А, блядь, опять это х**, смотреть будем! Здорово, щеглы! Сегодня своими руками будем варить пельмени! Нам понадобятся сами пельмешки, молоко, в котором будем варить наши пельмешки. Бабкин борщ! И моё любимое моча. Приступаем, ёпта, к готовке. И вот три вида параши наши закипают. Теперь закладываем пельмешки. И в молочко. Молочко, кстати, с груди. И пока что варится, хотите анекдот расскажу? Это самое. А, забыл! Смешно, да? И самое главное помнить. Что такое? Сердце остановилось. А, погнали дальше. Итак, щеглы, приступаем к дегустации. Начинаем с молочных пельменей. Господи. Блядь. Жилы да когти кошачьи одни, блядь. Вкусно, блядь. Оценку даю 74. Приступаем пельмешкам, которые были сварены в борще. Я даже немного ослеп. Где я? Приступаем к пельмешкам, которые были сварены в моче. Господи, святые, помогите мне все, а. Господи, в общем, наш эксперимент оказался удачным. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, рассказывайте друзьям. И это, чё это, нихуя, всё, блядь, оператор будешь доедать, нет? Ха-ха-ха-ха!